Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет обмен таких интересных журналов, как «Феи», «Мстители» и «Тачки 3». И давайте откроем первый пакетик, такой красивый. Так. Если что, будут звуки слышны за кадром, это у меня кот храпит. Вау, не думала, что у кого-то есть наклейки эти. Коллекцию всего лишь собирает вместе со мной, наверное, человека 3-4, если не меньше. Так, шестой номер должен, да, шестой номер, который у меня не попалось. С 50 наклеечек. Остальные должны быть все специалки. Сокол. Ник Фьюри. Железный человек. Скалиный глаз. Плакат Капитан Америка. Железный человек. Ник Фьюри. И тут такой составной. Капитан Америка. Халк. Сокол. Это вдова с крем глазом, щит Капитан Америка и его ушки вместе с железным человеком. Так. Так, раздербанила и весь конверт. И здесь у меня должны быть феи. Наверное, карточки кистов. О, мой четвертый номер и X8. Половинки, которых мне не хватает. Клёво. Здорово. И наклеечки последние в тачке 3. X11 и 162. Круз и не Гвидо, а второй, как его зовут-то. И давайте наконец-то все вклеим. Ура, 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 ура. Так, сейчас сюда вклеим. Сейчас будем разбирать плакат. Так, вот эту часть сначала вклеим. Кстати, в этой части все вклеено. Верхней. Так, теперь верхняя часть. Так, 16, 17, 18, 23, 24, к сожалению, все. Нет, не очень так сошло, к сожалению. Мне с плакат не хватает, только ты и я. Их никого нету. Так, следующее. Ой.
Все, и останется мне найти 6 наклеечек. Но, к сожалению, что-то не видел, у кого-то они были. Так. Все, и останется только одну найти с фей. Луиджи, во, как его зовут. Все, и давайте посмотрим собранный журнал тачки 3. Здесь все собрано. Блестяшка чемпион действует. И приятный сюрприз. Его вгоняет такая продвинутая машина. Вот она, продвинутая машина. Здесь он не сходится, к сожалению, некоторые. Тут все из сериала «Новое поколение гонщиков». Неудача. Тут Маккуин, к сожалению, проиграл и сломался. Тут также есть вот такие наклеечки. Мик, 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 мик. Вик, вик. И вот такие полоски. Но они тоже не очень так сходятся, к сожалению. Не знаю, зачем придумали эти полосочки. Начать сначала. Последний шанс. Вот Крус Рамирес. Вик, 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 вик. Гонки на выживание. Вот это прикольно самое. Тут они все такие цветные, красочные, яркие, интересные. Тут у нас плакатик идет. Гонка для победы. И вот тут самый главный герой. Качау. Это его лучший друг. Мак, призы, который его водит. Вот они все. Фло, его девушка. Нет, не девушка, вору-вору, наверное. Мэтр, Гвидо, Луиджи, Фланг, Мак, Круз. А вот мне казалось, Фло зовут его девушку. Молния Маккуин, собственно, персоны. Джексон Шторм, который вот его обгоняет. И Круз Рамирес, новый машинокончик. Вот они тут все опять обгоняют. Одинаково, совсем одинаково, только разные цвета. Быстрый и безжалостный. Так, тут продолжение. Старые машины. Возвращение к истокам. Легенды, вот они, легенды. Старые машины. Раритет. Серьезная подготовка. Всякие тут гонки, последняя гонка. Ну, тут также последняя гонка. Настоящий гонщик. Такая прикольненькая. И тут он блестяшечки. Они где тут Крус его вот так гоняет. И все. Диана то соревнуется с новой молнией Маккуин, новой гонщица и ее тренер. Маккуин перекрасился в синюю машину. И вот они едут дальше соревноваться. Та-дам! Последняя. Все.
Ах да, забыл показать вам мои повторки по этой коллекции. Та-дам! Смотрите, я только из них чуть-чуть поменяла. И то одни специальные. Хоть каждый пакетики спец, но, блин, смотрите, сколько их. Тут, наверное, у меня 200 с чем-то. Около 300 повторов. Обалдеть. Надеюсь, сегодняшний выпуск вам понравился. С вами была Юля. Спасибо, что смотрели мое видео. Всем пока. Bye-bye.